Снова здравствуйте. Снова небольшое количество посылок у нас есть. Снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». Ну, давайте начнем распаковывать. Так, в нашем случае микрофон SF3-6, на самом деле, под большим вопросом, да, то есть модель это соответствует или нет, что-то она означает или нет, для чего он нужен, да, он нужен для разговоров через интернет, но в моем случае я его буду использовать для записи голоса на некоторые видео, которые я, например, буду нарезать из фотографий, то есть вот сейчас я готовлю фотонарезку из фотографий, сделанных на телефон Asus Zenfone Max, да, для того, чтобы ну, вы могли посмотреть, как он вообще снимает. Так что очень скоро послушаем, насколько этот микрофон хорош. Ну, в комплекте есть подставка, можно поставить, но получается достаточно удобно. Хотя, я думаю, очень важный момент. Надо посмотреть длина кабеля. Ну, ребят, кабель... Это достаточно длинный кабель, то есть вполне дотянется куда надо, мягенький. Ну, микрофон более-менее сделан хорошо, на самом деле, то есть, ну, прям так. Мне нравится. В предыдущих видео у меня были обзоры на эти игрушки, да. В основном они приходили в упаковке. Ну, упаковка была, как правило, мятая, да. То есть вот в данном случае вот в такую коробку с пупырышками без упаковки, зато дешевле там что-то. Вроде как 200 рублей небольшая сумма, по-моему, на 200 рублей где-то подешевле получается, может быть, там на 150, но в целом, да, ну, что нет. Игрушки очень хорошего качества, реально, ну, рекомендую. Так. Ну, вот, достаточно интересная упаковка. Интересна она чем? То, что данный товар можно было заказать с отправкой из России. Что я, собственно говоря, и сделал. Доставка... ну, судя по сайту Почты России, приняли... 20-го, 21-го уже было в моем отделении. Это безумно быстро. Вот видите, даже бумажечку такую в подарок положили. Ею можно, наверное, будет костер разжигать. Вуаляшеньки. Получаем мы вот такую небольшую коробку. В нашем случае это будет белый. Ну, хотя, видите, достаточно большое количество есть черный, какой-то чистый голубой. Черно-золотой, бело-золотой. Значит, в этой упаковке у нас находится телефон. Телефон у нас называется Alcatel. Надеюсь, я правильно его произнес. C3. Значит, в комплекте мы имеем бумажку а-ля гарантийного талона. Здесь, судя по всему, как все это дело должно работать, инструкция. А здесь кабель для зарядки, адаптер сразу под нашу розетку и, собственно говоря, сам телефон. Вот такой, знаете, вот видно, да, вам? Достаточно прикольно все это дело смотрится. Давайте попробуем его, наверное, включить. Так, его включить нельзя. Может быть, и можно. Может, инструкцию открыть, как думаете? Мне вот очень интересно, вот здесь вот. Вот это что такое? Я вот не могу понять, раз. А два я не могу понять, как его открывать. Ой, блин, я не знаю, как открыть телефон. У меня такое впервые, ребят, честно. Сейчас буду думать, как же он открывается в итоге.
Очень необычно он открывается, вот как-то вот крышка, она такая, знаете, прям вот его обхватывает со всех сторон. Это очень непривычно. Значит, ну, как и полагается, на аккумуляторе у нас присутствует наклейка, которая не дает ему разряжаться. Ровно по этой причине он у нас и не включался. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим два слота для сим-карт, отдельный слот для карты памяти. То есть он поддерживает отдельную карту памяти. В этом отношении все хорошо. Вот не совсем понимаю. А, это у нас динамик получается. Видите, он сеточкой такой призакрыт. Вы вполне возможно немножко сейчас будете ругаться там на меня, то что Миш, вот там, ну по какой причине ты его нельзя включить, пока не наденешь обратно крышку. Глупость, конечно, какая-то. Вот. По какой причине ты нам сейчас не рассказываешь, какие здесь там характеристики, какой стоит процессор, там что-то еще. Ну, ребят, у меня немножко другой канал. Я там банально распаковываю, смотрю, что тут предмет. Ну, на некоторые вещи потом отдельные обзоры делаю. Вот. В целом, разбирать технические характеристики телефона, которые стоят там порядка 3500, ну, по-моему, это как-то... Ну, не стоит он того, чтобы о нем прям вот плотно-плотно говорить. Значит, вот еще раз, да, не совсем понимаю, что у нас вот здесь вот такое спряталось. Надо будет это поближе посмотреть. Предлагает графический ключ, пин-код, либо пароль. То есть, если вот вам вот... Да не хочу я вообще блокировку экрана, ребят. Ну, честно, она не нужна мне. Ну, давайте раз, два, три, четыре. Пускай будет. Раз, два, три, четыре. Показывайте уведомления полностью. Андроиду, помоги. Ну, давайте откроем камеру. Да, достаточно простенькая камера при всем при этом, но вполне, по-моему, неплохо, да, получается. Здесь пятерка, по-моему, стоит, интерполяция до 8 или что-то в этом духе, да, вот чтобы мне не было стыдно, ну, я лучше промолчу. Давайте посмотрим. Музыки у нас нету. Мы попробуем зайти тогда в настройки. Звуки уведомления и послушать, как будет выглядеть громкость. Ну, вы знаете, по-моему, что это было? По-моему, вполне громкий телефон. Довольно неплохо выглядит сзади, да, есть головная камера. Ну, что от него еще хотеть? По большому счету, диктофон даже есть, да, сразу. Голосовые поиски и так далее. YouTube, шмутуб. Дешево, сердито, для детишек, ну, я подозреваю, самое то, да, чтобы вот прям вот теряй, если чего, ну, не страшно, не так дорого стоит. Вот эту вот упаковку надо осторожненько открыть, а по той причине, то, что я не хочу повредить вот эти вот пупырышки, мне эту посылку надо будет пересылать. Так, Евгений,
на этом видео ваш телефон. Я его сейчас... Я даже не буду вот это все дело портить. Я его банально выну и вам покажу. Значит, стандартная комплектация — это Lenovo Vibeshot, да, в нашем случае цвет белый, потому что сначала пропали с продажи красные, потом пропали с продажи серые, ну, они же черные, да, то есть вот остались белые. Переходничок, силиконовый бампер, защитная пленка. Пленка гадость, переходник тоже, поэтому, ну, лучше заказывать стекло. Да, то есть продавец стекол у меня в описании есть, который присылает хорошие. Берите на переходники, ну, тоже ссылку положу. Второй вариант, да, ну, не хотите долго ждать, например, вот этот телефон, он в Куала-Лумпуре пропал что-то там дней на 10. Не хотите вот так беспокоиться, ровно по цене продавца, то есть вот этот телефон там где-то 10-800, по-моему, на сегодня стоит. А плюс пересыл по России, это порядка 300 рублей, и я вам его отправляю из тех, которые есть в наличии. Asus. Ух ты. Вот это тут уже что-то интересненькое. Пленочка просто покоцанная. Asus Zenfone Max. Их у меня вообще как у дурака фантиков. Вот эти свежие пошли. 7-й месяц 2016 года. А, значит, если вы хотите его заказать в Китае, ребят, только MJ. Почему? Да, от eBest сейчас телефон потерялся. То есть его Швеция окончательно потеряла. Он неизвестно где находится. А от ТДК, ну, то, что он там долго отправлял и так далее, это, конечно, плохо, но не критично. А критичное заключается в том, то, что телефон, который от него пришел, он был заражен вирусом. То есть он там прям вот... А при этом он не давал удалять программы. А пытался лезть на порно-сайты. И вообще, в целом, прошивка была кривая до безобразия. А, значит, чехлы такие у меня уже приходили. Они мне очень нравятся. Единственное, последний раз белый чехол, который пришел, он был не с вырезом, а был накрыт кожей. Ну, видимо, продавец это перестал делать, производитель. Теперь это выглядит следующим образом. Да? Телефон в нем остается тактильно очень приятным. А из белого он превращается, видите, да, немножко в такой беж. А при этом стоит прям, ну, каких-то абсолютно земных денег. То есть прям очень недорогие чехлы. Очень они мне нравятся. Вот видите, здесь прям вот вырез, конечно, увеличился как-то, да, несимметрично. Вырезали они его, что ли, после того, как все это дело было готово. Не знаю, но в целом мне очень... Вот. Да, видимо, они все это дело выплавляли. В целом, чехлы мне очень нравятся. А, значит, засим эту маленькую распаковку, я считаю, законченной. А ждем интересные вещи, да, там идут в том числе и реально интересные вещи. Плюс немножко допиливается старое видео. Подождите, скоро все выложу. А вопросы, пожелания, хотите взять телефон из тех, что есть в наличии, да, стучитесь ко мне в ВКонтакте, ссылка есть в описании. А будем общаться, буду отправлять, если вам что-то нужно. До скорых встреч, всем всего!